Всем привет, с вами Виталий Непочатов. В этом выпуске я расскажу об удаленной отладке приложений под Android. Речь идет о загрузке APK файла из среды разработки на ваш смартфон или планшет при помощи Wi-Fi, а не через привычное USB соединение. Можно устанавливать и удалять приложения, копировать файлы в файловую систему гаджета, а также получать доступ к консоли. Достаточно для этого загрузить приложение Wi-Fi AFDB на смартфон или планшет и запустить его. Стоит заметить, что для запуска оно требует root-права на устройстве. Устанавливаем и запускаем приложение, видим единственную кнопку, которую нужно нажать. После этого покажется надпись ADB Connect, IP-адрес устройства, порт. На компьютере идем в папку, где лежит утилита ADB, входящая в состав Android SDK. Там нам нужно при нажатой клавише Shift щелчком правой клавиши мыши через контекстное меню открыть консоль и прописать там команду с экрана приложения. Так мы установим соединение для отладки, которое ни в чем не уступает привычному USB соединению. Теперь перейдем в Eclipse и попробуем запустить на реальном устройстве пример приложения из урока 92. Eclipse в окне выбора устройств показывает наш смартфон. Подтверждаем выбор и видим, приложение загрузилось и запустилось на устройстве без всяких проводов, через Wi-Fi соединение. А для быстрого запуска можно создать в папке с ADB исполняемый файл с расширением CMD, с прописанной в нем командой, и скинуть на рабочий стол ярлык на него. Но учтите, что IP-адрес устройства может меняться, тогда такой способ запуска соединения не будет работать. Я надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Спасибо за просмотр и удачи!